И к другим темам. Уже более 1000 люберчан подали заявки на соискание премии «Наше Подмосковье». По традиции мы готовим материалы о самых значимых проектах. На этот раз герой сюжета – фотограф Юлия Карева. Кроме фото, девушка создает патриотические и социальные ролики. Солнце мое, взгляни на меня. Этот пронзительный ролик снят накануне 73-й годовщины со Дня Победы. В двухминутном видео отражена связь поколений. С одной стороны, люди, совершившие героический подвиг, а с другой – их наследники, которые с гордостью держат в руках портреты родственников. Автор патриотического ролика Юлия Карева таким образом выразила благодарность за мирное небо и в очередной раз подчеркнула важность проведения акции «Бессмертный полк». Идея моя, но есть ребята, активная молодежь нашего округа, которые поддержали ее полностью, и уже с ними вместе, конечно, в процессе съемки кто-то предлагал свои идеи. Каждому люберчанину есть о чем рассказать, есть кого вспомнить. По роду своей деятельности Юлия часто общается с молодежью и подрастающим поколением. Во время школьных фотосессий она находит единомышленников. Совместно с ними создаются социально значимые ролики. Вот, например, экологический флешмоб «Мы за чистые люберцы». Юные жители городского округа в шутливой форме призывают жителей не выбрасывать мусор в неположенных местах. Остановитесь и не швыряйте. Пакеты вы не кидайте. Мы ездили в экологические рейды, мы на самом деле убирались. Но после нескольких рейдов мы поняли, что нужна нам все-таки реклама, так скажем, самих себя, своей деятельности. И был создан этот ролик. Многие его посмотрели, многие после него присоединились к нам и участвовали в этих рейдах. Так что мы думаем, все не напрасно. Нам не все равно. Так Юлия Карева назвала свой проект, который выдвинула на соискание премии «Наше Подмосковье». Девушка надеется, что социальные видеоролики по достоинству оценят члены жюри. У молодого фотографа еще много творческих задумок и планов. И независимо от победы в конкурсе, она продолжит заниматься любимым делом. Луиза Игазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.